7000 волокжан уже прошли регистрацию на кросс нации. Массовый забег состоится 25 сентября. Старт на площади Революции. Областная столица в 11 раз присоединится к всероссийским соревнованиям. В прошлом году жители города побили рекорд по количеству участников. На старт вышли более 12 тысяч человек, в том числе свыше 3000 детей. В этом году волокжане настроены не только повторить прошлогодний рекорд, но и улучшить его. Дистанции для каждого будут свои по возрасту и возможностям. В части пятилетки здоровья, которую объявил глава города Евгений Борисович Лепов, мы проводим для всех слоев населения, начиная с 400 метров для людей с ограниченными возможностями. Да, кстати, и колясочники будут у нас участвовать в данном мероприятии, заканчивая 12 тысяч метров для спортсменов. То есть у нас будет 11 дистанций. На старт выйдут воспитанники детских садов, школьники, студенты, взрослые волокжане, ветераны, а также профессиональные спортсмены. Регистрация участников продолжится до 24 сентября на Козленской, 6. Подать заявку можно будет и в день старта. Для этого нужен паспорт или свидетельство о рождении, а для детей до 17 лет – медицинская справка о допуске. Каждый зарегистрированный участник получит порядковый номер, который после соревнований останется на память. Начнутся забеги в 11:30. Короткие дистанции волокжане будут преодолевать на площади Революции, а самый длинный маршрут пройдет по улицам города – Советскому проспекту, Предтеченской, Чехова и Марии Ульяновой. Насыщенную программу подготовили и для зрителей – выступления творческих коллективов. Добавим, что кросс-нации – самое массовое спортивное мероприятие в России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. В этом году 25 сентября побегут жители практически всех регионов страны. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.